Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. День первый, забираем 1000 монет. Так, поздороваться со всеми. Окей, так, отправляем. Результаты. Так, ну что, посмотрим, выиграли или проиграли. Проиграли. Проиграла наша команда, ну... Бывает, ребят, бывает. Зачастилось у нас это бывает. Так что терпим. Проигрываем, терпим. Ну, другого варианта у нас все равно нету. Так, ну что, сегодня, я не знаю, ребят, кубки. Кубки у меня, как ты видишь, заработаны все. Больше тут нам делать нечего. Единственное, что можно покататься в приключениях. Ржавый риф. Ну, давай, например, я проедусь по ржавому рифу. Пробуем заработать сундучки. Ёк-макарёк, тихо. Тут надо аккуратно, зная эти прибамбасы, поехать куда-нибудь и врезаться не особо хочется. У меня вообще здесь рекорд есть какой-нибудь? Ой, тихо. Блин, вот так вот, кстати, горючее зря пропускаем. Так, первый сундук забрал я. Угу. Давай, поднимайся. Помнишь, как мы этот валун в какой-то серии подбили? Он потом меня прибил. Вот это я зря делаю. Вот это. Ай, глупость. Ну что, крылья и стартовые. Кстати, крылья у нас именно на ролейку выпало. А застава — небесная гонка. То есть мне чисто вот на этой машине нужно, что ли, прокатиться? Ну, давай посмотрим. Ю-ху! На спорткаре. Но тут главное подобрать горючее, все будет окей. Главное подобрать побольше горючки. Потому что у нас на этой машине вообще бензобак, по-моему, если не ошибаюсь, особо-то не прокачан. Поэтому горючее очень будет быстро тратиться. Нифига тут у нас. Давай-ка вот так вот. Блин, надо было... Дай-ка я, наверное... Эй! Да ё-моё, ну там же было горючее, я хотел его подобрать. Ну какого лешего-то ты? Все. У меня, друзья, закончилось горючее, к сожалению. Твою налево, обидно. Магнит и ускоритель фляг. Зима. Ну, поехали. Как же он меня раздражает, когда начинает подпердывать, а? А почему именно на ХКР-ке здесь в плане горючий уже заканчивается? Эй! Да. Просто моментально закончилось горючее. Ну что, давай теперь... Нет. На это не хочу. Мотоцикл у нас не прокачан. Я вот, знаешь, что хочу попробовать? На моноколесе покататься. Давай посмотрим. Как оно хоть при... Ой! Вообще трэш. Просто трэш, друзья мои. То есть чуть-чуть равновесие потерял, и все, и до свидос. Слушай, что-то как-то... Не, нормально. Слушай, это же баги. Мы же на нем разбиться практически не можем. Я не говорю, что совсем, но практически. Потому что у нас защита. Но это не говорит о том, что мы бессмертные здесь.
А так, так, друзья мои, нам остается только лишь ждать завершения события, естественно. А для того, чтобы получить наши награды. Да, неплохо мы так подгазовываем. Так, смотри. Вот, кстати, на баге было бы, наверное, вообще круто поставить вот именно езда на заднем колесе. Ну, ты понял, чем я, да? Мне кажется, было бы офигенный прирост к скорости, по крайней мере. Тихо, тихо, ты не перевернись у меня. Такие прыжки невероятные. Ой! Нет, 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 парень, выезжай! Выезжай, говорю тебе! Трындец! Просто трындец, кто бы мог подумать, а? Что вот так вот можно слиться? Интересно, если, например, на этой ферме покатаюсь? Ничего себе. Меня ККМ-ка обогнала. Это ККМ-ка, если не ошибаюсь, вообще у меня не прокачанная. И она еще что-то тут выпендривается. Попробуем ее все-таки обогнать. На равных пока стоим, на равных. А вот здесь как раз ККМ-ка или разбилась, или у нее закончилось горючее. Тут одно из двух. Ну а я пока вроде бы еду. Горючка впереди. Не, ну с магнитом, конечно, вот проще в плане того, что мы можем пролетать над тем же самым горючим. И нам не надо именно на него попадать. Мы его просто притянем к себе и... За счет этого пополним себе горючее. Вот как здесь, например, да? Так. Да ты не перевернись ты, господи. Как сумасшедший. Блин, как же тебя закидывает. Где бензобак? Тьфу ты, бензобак. Ну да. Канистра с горючим, короче. Давай, 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 давай сюда, отлично. Мы проехали свои 1500 метров. Надеюсь, это не предел у нас. Конечно, нужно найти где-то горючее. И желательно побыстрее. Уже пол канистры осталось. Так, горючее у нас. Давай, е, чё ты выпендриваешься еще мне? Тут ты посмотри, а? Начал там пробуксовывать. Замечательно. Так. Вот это надо подобрать. И мы успеваем это все подобрать. Блин, ну там монет столько пропустили. Ё-моё. Где горючее? Горючее мне нужно. Вон оно впереди. Слушай, такие ухабы здесь. Так. Отлично. Надеюсь, мы там внизу горючее не пропустили нигде? Нет, вроде бы все нормально. Так, бензин, бензин, бензин заканчивается.
Давай. В торпедушкой вверх. Давай ты. Ну что? По идее, он должен, блин, как только монеты брать, он должен ускориться. Но он почему-то этого не делает. И горючее, как всегда. А ты заметь, что оно попадается нам теперь намного-намного реже. Именно горючее. Так, канистрочку мы подобрали. Слушай, почти 3000 метров, друзья мои, проехали. Почти. Давай, еть. Так, канистра наполовину, ребят, уже пустая. И вот это вот. Ты, главное, подбери. Замечательно, уже пошли домики. Уже пошли домики. Ну что ты вот врезался в какую-то там ерундовину и начинает. Ты серьезно вот сейчас начинаешь вот это вот. Ой-ой-ой-ой-ой, на крышу. Канистру вижу. Фьюх, живем еще, друзья, живем. Слушай, почти 3,5, уже 3600 даже. 3600 метров мы проехали. И я тебе скажу, что полет нормальный. Более чем. Да, она хорошо поднимается на вот эти вот подъемы. Единственное, что надо держать баланс, чтобы тебя не перевернуло. Ребята, горючее кончается. Я подобрал. Подобрал горючки я себе. Так, бонус за расстояние. Да, но здесь вот в отличие от первой части, друзья мои, очень-очень медленно копятся деньги. Причем не зависит, хоть ты тут. Так, я вижу. Вот оно. Блин, мы тютелька в тютельку успели, друзья, подобрать, иначе бы горючее закончилось бы и все. Фиговенько так. Опа. Фига себе, мастер-класс устроил. Блин, где горючее? Сейчас кончится уже. Вон оно впереди. Доедем ли? Доедем. Сколько у нас уже... Ой, тихо. Друзья, почти 5000 метров, то есть 5 километров. Как тебе такой расклад? Мне так лично очень нравится. Ну, судя по всему, как у нас тут идут дела с горючим. Да, запищало. Вот так вот не надо делать. Ну! Вот, друзья мои, вот здесь, скорее всего, будет фейл. Потому что много времени потратил на то, чтобы забраться на этот пригорок. Давай. Хочу поставить абсолютный рекорд. Ну, свой, естественно, свой, конечно же. Ай-яй-яй-яй-яй. Я вижу канистру, 30 метров до нее. Взял.
Ну и прекрасно, что я могу сказать еще. Обожаю, когда вот так вот такие огромные перелеты делаем. Ну, или мне кажется, или бензин стал тратиться быстрее. Надеюсь, мне так только кажется. Где канистра, друзья? 40 метров, я не доеду. Все. Слушай, ребята, 5844 метра, это, считай, 6 километров я проехал, прикинь. У меня, по-моему, большего рекорда здесь и нету. Да? Большего рекорда нету, то есть это максималка, которая здесь вот еще 5300. Прикольно. Так, что у нас там в событиях? Давай посмотрим. Вступить. И чего? Вступить не могу почему-то. Гонка по амбару. Прикинь, я не могу вступить в гонку, к сожалению. Вот такие вот. А здесь? Слушай, я и здесь не могу вступить. А в чем проблема? Так, получи 200 времени в воздухе в лес приключения. В воздухе в лес приключения? То есть вот здесь? Поехали. Надо в воздухе. Или это все-таки не здесь? Да не, по-моему, здесь надо было. Время воздуха. Да, время воздуха идет, отсчет же идет. Так что все норм. Там 200 у меня уже, наверное, накопилось. Фиг знает сколько. Вот и все, ребят. Эй, хе-хе. Фига себе, они тут поленушки поставили мне. А переворачиваться ты хоть? Да. Как раз хватило для того, чтобы сделать задание. Получить. Сделай 6 поворотов. 6 поворотов. Слушай, а 6 поворотов можно, интересно, сделать за счет, ну, например. Смотри, что я хочу попробовать сделать. 6 поворотов написано, да, было? У нас есть вот такая вот штука. Управление в воздухе называется. Так, бесплатно. Я сейчас попробую на ней, ну, полетать, так скажем. Получится или нет? Как вообще это работает? Ну, чтобы на будущее знать. Давай, 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 дотягивай. Просто проверим, как это вообще работает. Да не надо так. Какой, блин, управление в воздухе? Я не вижу.
О! Ты видел? Как у меня сработало управление в воздухе. Но без магнита здесь будет, конечно же, сложновато, ребят. Думаю, никого не секрет. Блин. Я сам себя не могу догнать. Ух. Ну, ему проще, у него магнит, поэтому, конечно же, он тут бустится, как я не знаю кто. Как очумелый. Но, тем не менее, я от него тоже не особо сильно отстаю, если честно. Даже где-то... Бывает, даже где-то я обгоняю, как ты видишь. Я бы даже сказал, я вообще его обогнал. Но это ненадолго. Ю-ху! Ну давай, 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 едь. Какой сайгак. Ну, в принципе, зачем я тут дальше еду, если у меня уже все, в принципе, сделано. Я еще думал, что когда он будет приземляться на колеса после вот такой вот вертушки, он будет типа ускоряться. Но я что-то не вижу, чтобы он ускорялся. Давай, 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 поднимайся. А что дает сальто? Ну вообще, сколько-то очков нам дает или что? А, сальто плюс 10. Всего лишь плюс 10. А, в воздухе дает плюс 10 сразу же, да? Понял. Жалко, за это, конечно, не идут мне никакие очки или еще что-то. Рекорд, я имею в виду, да? Так, тихо. Нет! Умудрился все-таки встать на колеса. Ну и отлично. А ты представляешь, что вместо, например, магнита взять крылья? Как бы он тут вообще летал бы? Порхал бы на монетном ускорителе плюс крылья. Еще и нитро. Ну это вообще было бы, конечно, имба какая-то. Жалко, что всего три детали можно, да, повесить. Я так бы, прикинь, и вот этот, и крылья, и... Вообще бы можно было бы такую машину сварганить. Так, ты давай не буксуй. Ее так и тянет этот. Как тебе объяснить-то? Перевернуться, ну, крутануться, короче, вокруг себя. Юх, давай, давай, давай. На заднем колесе. Прыгунчик. Так, вот это у нас. Да, он даже здесь, в принципе, с лихвой берет, друзья мои, без проблем. Опа! Я сам себя догнал, друзья мои.
Опа-на. Там он по крыше проехал, да? Упс. Назад, 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 назад. Все, поздняк, ребят. Сам себя подколол. Я нажимал назад, а он уже и летел на скорости, поэтому у меня не получилось. Но, тем не менее, я протестил это управление в воздухе, и, в принципе, я это могу сказать нормально. Особенно, если ты будешь где-то на Луне кататься, да? Ну, там вообще, может быть, неплохо зажигать. Да что ж такое-то, не хочет и все, ребят. Ну что, друзья, давайте тогда на этой ноте я закончу сегодня серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!